Памяти заархивирован. Идет калибровка параметров Алимоса. Я хотел завязать. Жить своей жизнью, так как хочу я. Шестнадцать лет. Куда идти? Непонятно. Куда-нибудь. Прочь. Таков был план. Не слишком-то ясный. Они не поняли, что я сделал, потому что я этого не знал и сам. Я просто встал и ушел. Мое отсутствие заметили. Они закричали. Я побежал. Эсмонд! Эсмонд! Я бежал и бежал, не останавливаясь. Тренировки пригодились. Господи, как же в ту ночь было темно. А лес бесконечен. Я остерегался дорог. Звала мама, умоляла остаться, но я не остался. Я сбежал вниз по холмам, пока не выбежал к ручью.
По нему я вышел к реке, а оттуда к старой дороге. Я шагал много часов подряд, под летним солнцем, пока не наступил вечер. Когда стемнело, я вышел на поляну. Заснул прямо там, под открытым небом, всю ночь. Спал, как убитый. Я шел пешком, боялся ехать автостопом. Что я делал? Проблуждал день, а словно неделя пролетела. Бескрайнее море бесплодной земли. Впервые видел такое мертвое место. Я умру, да? Я умру здесь. Наконец встретил классных девчонок из Иллинойса. День ехали до Омахи. Еще день до Чикаго. Потом кто-то мне сказал: если у тебя нет ничего, дуй в Нью-Йорк. Там никому нет дела, кто ты, откуда и зачем приехал. А если вытащишь счастливый билет, разбогатеешь. Я и двинул. Нью-Йорк-Сити. Туда, где небоскребы и подземка, где грязь, сброд и безумие толпы.